Ну, я напомню, дорогие друзья, у нас преподаватель был, значит, баба Таня преподавала нам... Терц. Значит, главным преподавателем был мужчина по фамилии Джунь. Джунь. Терц. Ну, он полковник Джунь, фамилия была такая у него. Вот. Кричный попугай. Еще был у нас. Тоже песня написана на третьем курсе. Ах, как мы мирно и тихо жили, не зная сессии и войны. И вот теперь нас всех окружили, и наши силы совсем не равны. С юга флота подготовка, голос запад бежит. Этот Джунь Лай идет с востока, и в ступе баба Таня летит. Батальон наш сейчас наступает, на Матан будет бой штыковой. И уж чувствую я, как втыкает Самароков вопрос в меня свой. И мое тело такое молодое, не надо будет ни кормить, ни одевать. Отдел учебный меня вычеркнет, зароет, а Самароков кровь мою пойдет смывать. Конечно, кто-то обязательно прорвется, и то, что было, с отраганием поменет. Потом он женится, все в памяти сотрется, детей своих на наше место он пошлет. И их тела такие молодые, вороны быстро на собраниях расклюют. Они вздохнут, несчастные, худые, и на прощание пиво Балтика нальют.